готовим молодых судачков с хрустящей корочкой. Здесь нам понадобится любимый фартук бабушки. Потрошенных судачков оставил за кадрами. Срезаем крупными средними кусочками и отправляем в миску. И на арену вылетает соль. Рецепт секретом. Нам для этого понадобится разделать лимон. Одного мало, лучше два. Теперь специи плюс анис. Все это высыпаем и добавляем черный соус. Угадайте в комментариях. Все это дружим между собой. Теперь делаем панировку. Секрет — мука и наша цедра. Всех одеваем в шубки. Судаки будут сочными внутри и хрустящими снаружи. Теперь горячие игры. Масло в сковороду. На два пальца. Сори за метод измерения, но точнее его нет. Ну а теперь шкварить, жарить, золотить. Что-то брату, к рыбе свежий огурчик и дольки сочного лимона. Вам приятного, а мне с вас лайк, подписка и смотр.